Сейчас мы приступим к работе по лицу. Тимур оценит все прелести техник. У нас будет небольшая программа комплексная. Там я использую 4 техники. То есть мы их все сможем прочувствовать. Глазки не открываем, губы не облизываем. По нормативам допускается умывать из миски. Но я, например, сама, когда хожу на процедуры, я не люблю, чтобы я умывала из миски. Все-таки проточная вода – это и есть проточная вода. Горячее полотенце. Терпимо? Угу. На этом приятное кончилось. Это приятно было? Ну, вообще, да. Сейчас придет осознание, что это было приятно. Мы сейчас отработаем программу «Комплексный лифтинг». Я уже говорила, да, она на нескольких техниках базируется. И начнем с рулажа. Спортивный массаж лица. Ну, типа, да, да. Ну, цель данной программы – это восстановление мимики, восстановление местоположения мышц, улучшение кровообращения, устранение залипаний. Жив, цел, орел. Все, молодец, передышка. Я сейчас достану одноразовые перчатки, надену, обработаю их спиртом. И мы с вами выполним несколько элементов во рту, потом в носу, потом в ушах. Это букальный получается. Да, будут элементы букального, по-другому называются сублингвальные. Все, сейчас выветрится и начнем.
Надо коньяком тогда обрабатывать. Открываем. Расслабились. Сейчас будет очень противный элемент. Мы будем стимулировать подъязычную мышцу. Продлится это порядка 20-30 секунд. Задача – не замыкать горло и не переставать дышать. Хорошо? Считайте вместе со мной 30 секунд. Открываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, сокращаем. 1, 2, 3, 4. Дышим. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Просто когда... Нифига себе. Подъязычная мышца не в тонусе, у человека нет четкого контура, да, и вот здесь вот начинает подвисать. Дышать забыли. Расслабились, зубки сомкнули. Закрываем. Тимур, вы больше жуете на одной стороне. Угу. Это неправильно. Это как приседать на одну ногу, будет асимметрия. Дышим. Дышим. Открываем. Улыбает, как некоторые специалисты, я не знаю, может, по видео учились, может быть. Ну, короче, оставляют пальцы во рту и начинают работать со лбом. Да, ну, пальцы-то вытащи, что ж ты их там оставил-то? Ну, не погреться же. Открываем. Расслабились. Сейчас сделаем небольшую вытяжку для мышц щек. Не бойтесь, рот не оторвется, просто расслабьтесь, хорошо? Висим. А что это омолаживает? Сейчас мы снимали напряжение с мышц щек. Расслабляли круговую мышцу. Нет, женщина ходит, там типа муж такой, вот тебе подарочный сертификат на 8 марта. Блин. Ходят, не поверите, запись на 2 месяца вперед. Да, результат хороший.
Вы думаете, ко мне ходят за ощущениями? Нет. Ко мне ходят за результатом. Под наркозом, блин. Слышали выражение, что нос растет всю жизнь? Это неправда. Нос не растет. Просто когда вот здесь происходит залипание, то есть кожа прилипает к фасции, а вот здесь формируются спазмы, нос начинает вот так вот менять свое положение. Но это не потому, что он вырос, а потому что кожа залипла, а здесь формируются спазмы. Мы выдавили мужскую скупую. Ну, это не то, что я плачу, это просто бывает слеза идет из глаза. Ух, хрустнуло. Не переживайте, комплектация не нарушена. Дышать забыли. А возьмите полотенечко в руки. Не дергаемся, не бойтесь. Дышим. Все, молодец, умничка. Глазки не открываем. Ну, не больно.
Ну и при работе с лицом я порчу прически, захожу на волосы. Почему? Потому что лобная височная мышца заканчивается дальше, чем начинается рост волос. Дышим. Чего? Зубки не сжимаем. Короче, обещала рассказать, какие элементы из какой техники, увлеклась. И не рассказала. Ну, мне тоже не рассказывайте, где прячут золото Колчака, так что все по-честному. Зубки не сжимаем. Еще один разочек переживем. А зачем? Вообще классный вопрос. Давайте еще разочек. Все, мы заканчиваем, обещаю. Уже не больно, да?
фильма. Но это даже... Я сейчас кожу закрою, секунду. Да, да. Как полностью впитается, блестеть перестанет. Просто есть небольшое высыпание, я нанесла крем. Он называется Акукрем, это из американской косметики ДМК. Он выравнивает pH кожи. До завтра не умывайте лицо, хорошо? Угу. Все, лежим, дышим. Да. Ты жестче даже, чем вот просто обычный массаж тут. Это типа близко к 10, короче, боль. Еще чуть-чуть и под общим наркозом надо делать. Короче, очень жестко. Я не знаю, как удерживают женщин. Мне кажется, им помягче делать. Вот, честно. Да, конечно, есть же общий сговор женский. Мне кажется, помягче. Потому как что... мужик попался, все, ему по полной. Не, просто вот знаю женщины, чуть-чуть там что-нибудь сделаешь, больно, типа, я не представляю, как они могут такое выдержать. Да, я смотрю, прям. Женщины рожают. Короче, жестко, да. Ну, я не знаю, там эффект должен быть. Лицо пока руками не трогаем. Не знаю, какой эффект получился. Должно улучшиться. Спасибо.